участвовала в вокальном ансамбле «Жаворонушки» долгое время, но как-то с карьерой певицы у меня не сложилось и стала работать учителем. Вот хочется все-таки свою давнюю мечту реализовать, воплотить в жизнь, и хочется выступать, дарить людям счастье, радость. Отличается ли обычный поход в караоке от караоке-чемпионата? Да, отличается, потому что здесь могут себя попробовать непрофессионалы. Я участвовала в конкурсе профессиональном, и там немного требования, немного уровень повыше. А здесь даже обычные ребята, которые просто любят петь, любят отдавать душу в караоке, они могут принять участие в таком замечательном конкурсе, и это здорово.